Намами Ганге Тавападу Панкаджам Сура Сурайра Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитям Бхабану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Барану Зибрапати Бхаджави Шанатам Баги Саджаша Бадани Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасастиде Самби Вамшингамахам Тамади Девам Пурушо Пуранам Тамалварнам Свитабхатарам Апар Сансар Самандрасетам Бхаджамахи Бхагавато Сарюхам Ямравайантамана Петамапе Таркритям Дайпаяна Вираха Тарваджухава Путрети Танмая Таятарво Винедун Пансарва Бхутахидаям Муниману Тосми Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Атхо Пришьями Сангсиддхим Йогинам Парамгум Пурушасиха Яткарьям Мриямана Саравата Гаурия Гоштипати Сисило Гаурия Гоштипати Сисило Бхакти Сидданто Гаурия Гоштипати Сисило Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что изменить сердца демонов это настоящее служение. И изменить сердца таких демонических людей, смотрите, это служение гуру и вайшнавов. Они хотят изменить их сердца. И если они могут изменить их сердца, то и это наивысший параупакар. Шрила Прабхупад говорит, Кришна Бхакта, он, то есть преданный Кришне, он ну, буквально хитрее чего черта. И вот они таких, Кришна Бхакта, они настолько умны, что они могут изменить сердца таких демонически настроенных людей. И Шрила Прабхупад говорит, что если мы построим бесчисленные госпитали или какие-то образовательные учреждения, но все же Шрила Прабхупад говорит, что не это, а если мы сможем изменить сердца демонических людей, то это большее благо для общества, чем все остальное. И какой же долг гуру вайшнавов проявлять вот дживадою, то есть милость к живым существам, это наивысшее. И так Шрила Прабхупад говорит, если мы сможем изменить сердца демонических людей, то это настоящее дживадоя, настоящее сострадание к живым существам. Но далеко не все могут это понять. И вот суть в том, что Парикшит Махарадж, какое наивысшее благо я могу обрести в своей жизни. И с этой целью, с этим вопросом он находился на берегу Ганги в Шуктале. И вот Шрила Парикшит Махарадж, у него смерть, она послала ему предупреждение, что он умрет через 7 дней, и он был очень искренен и не терял времени зря, поскольку если мы узнаем, что
мы умрем завтра утром, то со всей своей энергией, всей концентрацией, всеми силами мы будем пытаться помнить Верховного Господа, чтобы спастись от такой неминуемой опасности. Жизнь сама по себе, она опасна, она всегда опасна. Мы не можем избежать этой опасности. И вот такой вопрос был спрошен Парикшит Махараджи. И вот Парикшит спросил у Шукадевы Госвами этот вопрос, и Шукадев Госвами, он очень одобрил его вопрос. Он был доволен. Он был очень доволен и счастлив, что у него спросили такой важный вопрос. И вот говорится: «О царь, твой вопрос, он по-настоящему великолепен». И вот этот великолепный вопрос, он может принести благо бесчисленному количеству людей сейчас или в будущем. И это великолепный вопрос. И я очень одобряю его, и ответ будет таков. И Шукадев Госвами говорит: и какой же ответ Шукадев Госвами Парамахамса Гуру? Он отвечает: согласно твоему вопросу, я отвечаю. Я говорю о сокровенном смысле всех шастр. Если изучить все шастры и извлечь самую суть из них, то я могу сказать, вот в этой шлоке говорится: что это наивысшая процедура, с помощью которой можно стать бесстрашным. И никакие проблемы, никакие беспокойства, они не будут касаться нас, они не заденут нас. И мы достигнем такого полностью умиротворенного состояния. И вот все йоги имеются в виду, те, кто ищут, как обрести связь с Верховным Господом. Йога – это открытый термин, но бхакти-йога – наивысшая из всех йог. И вот в Гите я уже говорил о карма-йоге, гьяна-йоге, дьяна-йоге, раз-гухья-йоге и прочих. Итак, и среди них бхакти-йога – она наивысшая, поскольку бхакти-йога – она очень самая могущественная. Бхакти-деви – она свободна и не подчиняется никому. Бхакти, она, девя, в любое время она может пролить на нас свою милость. И вот все йоги, любые процедуры, которые они пытаются делать, но без соприкосновения с бхакти, они не получат никакого результата. Бхакти – самая могущественная. И вот без бхакти любая процедура, которую бы мы ни следовали, мы не получим должного результата. Например, мы занимаемся дьяна-йогой, медитацией, то и в этом случае нам нужна преданность бхакти, поскольку без этой преданности мы не сможем достичь никакого результата. И вот Шукадев Госвами Парамахамса Шрешта говорит: если мы хотим стать бесстрашными, то, о царь, я советую тебе слушать и воспевать Харикатху Намасанкиртан. И вот те, кто умрут, и те, кто хотят получить какое-то решение этой смерти,
смерть, она неизбежна для обусловленных душ, а для гуру, вайшнавов и возвышенных душ, они смеются, слыша о смерти, поскольку они, у них есть техника, с помощью которой они могут осознанно оставить свое тело. И в этом случае уже нет никаких проблем, и никакой страх не возникает в их жизни. И вот Шукадев Госвами говорит, хотя смерть, она неизбежна, и ты хочешь получить решение этой смерти, то единственный путь ты должен совершать харинам санкиртан. Воспевать святые имена нужно под руководством гуру и вайшнавов. И вот Шанкарачарья написал этот стих о том, что санскритская грамматика, она не может спасти нас. Веды, они очень сложны для изучения. И есть словари специальные, чтобы можно было правильно понимать санскритские термины. Они, конечно, хороши, но так или иначе мы должны следовать бхакти чистой преданности. Мы должны хотеть служить Верховному Господу любыми возможными путями, чтобы Господь был доволен нами. И наивысшая цель Верховного Господа, чтобы наивысшая цель преданного, который поклоняется Верховному Господу, это сделать так, чтобы Господь был доволен им. Нама Санкиртан — это очень важный процесс поклонения, поскольку если мы не будем совершать Нама Санкиртан, то Господь не будет доволен нами. И вот Вриндаван Дас Тхакур говорит, И вот это наставление Шрилы Шукадева Госвами следовать Шримад Бхагаватам. И также перед тем, как читать Бхагаватам, мы должны помнить, поскольку комментарии написаны Шридас Госвами Падом. Он из Вишну Свами Сампрадая. И очень странно, почему Шридас Госвами Пад перед тем, как он написал комментарий к Бхагаватам, он возносит молитвы Рамачандре, почему не Кришна Чандра? Не Кришна Чандра, поскольку Бхагаватам — это сам Кришна, почему же он не Кришне свои молитвы возносит, а Рамачандре? И вот Шукадев Госвами говорит, о царь, Сакшат Кришна Эвахи, что Бхагаватам-то не отличен, не от Бхагаватам, но не отлично от самого Шри Кришны.
И поэтому Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджа, о царь, знает он наверняка, что Шримад Бхагаватам это сам Шри Кришна. И почему Сидас Госвами Пат он прославляет имя Рамачандру здесь? Есть ли какой-то недостаток в Кришне, что он прославляет Рамачандру, и есть особое качество Рамы? И каково оно? Это то, что Сидас Госвами Пат начинает комментировать Бхагаватам, то он думает, кого же прославлять, поскольку после и вот я немного ранее говорил, что Бхагаватам Махапурана, она подобна океану. Бхагаватам, вот она, в этой шлоке говорится, что Бхагаватам подобно океану, и как его пересечь? Или другими словами, этот материальный океан, как пересечь этот материальный океан? Нет никакого моста, и как переправиться на другой берег? И Сидас Госвами Пад вспомнил, что Рамачандра, он построил мост через океан, чтобы достичь Шри-Ланки и убить Равану. И в нашем сердце также есть Равана и Калия, и Гаджендра. Я говорил, вот в Панджабе и люди разгневались, почему? Почему нас Бхагаватам мы сравниваем с слонами, змеями и прочими? И вот Сидас Госвами Пат, он так прославляет Рамачандру, чтобы Рамачандра помог создать этот океан через мост через океан. А кто такой Рамачандра? Он сам Шри Кришна, он аватар Шри Кришны. И вот для тех людей, кто Сидас Госвами Пад, он прославляет Бхагаватам. И Бхагаватам – это не собственность каких-то пандитов. Это Бхагаватам, это богатство Парамахамс. В Бхагаватам, прославлении Бхагаватам и в первых шлоках Бхагаватам тоже можно найти вот такие слова. И вот это богатство Парамахамс. И без преданности лотосным стопам Шри Кришны мы не можем понять Бхагаватам, что говорить о понимании. Даже какие-то неправильные идеи могут возникнуть в нашем уме. И поэтому Шрила Прабхупад был очень строг о Шримад Бхагаватам. Шрила Прабхупад никогда не открыто не говорил о десятой песне Бхагаватам. Если он видел, что какие-то преданные недостойны, то тогда только он мог позволить им изучать десятую песню Шримад Бхагаватам. Я слышал это от Гуру Варги.
Даже смотрите, у монастроения Шукадева Госвами, Шукадева Госвами, он Парамахамса Ачарья. Для нас, кто совершает баджан, он подобен мильному камню, он подобен указанию на нашем пути. Но все же Шукадев Госвами, он после девятой части он остановился и сказал, что вот под последствия Кришна родился, пошел в Матхуру, там вырос, потом вот в Матхуре убил каких-то демонов, потом вернулся, потом пошел во Вриндаван, потом опять в Матхуру, потом в Гакулы. И вот так, вот потом Двараку, и женился, и все. Вот так, в трех словах он объяснил все про Кришну. А Шукадев Госвами спросил, почему так быстро. И Шукадев Госвами ответил, что я думаю, ты уже устал, хочешь попить, тебе нужно отдохнуть, поэтому отдохни. А Парикшит сказал, что «О, Гурудев, нет, мне не нужно отдыхать, я не буду отдыхать, пока ты не скажешь, не расскажешь весь Бхагаватам, я не могу жить без твоей милости, я хочу слушать, я не голоден и не, меня не мучает жажда, и мне не нужно отдыхать, и поэтому, пожалуйста, продолжайте». И тогда после этого, когда Шукадев Госвами пытался снова и снова, проверить Парикшит Махараджа, Парикшит Махарадж, его имя, оно само по себе прекрасно, Парикшита значит проверенный. И то есть его проверили, и Шукадев Госвами его одобрил. До этого Муни-риши, которые давали ему имя, они были очень умны, и они дали ему должное имя, и он доказал своей жизнью, что он действительно Парикшит. И вот Парикшит Махарадж решил оставить все и отправиться на берег Ганги, чтобы получить наивысшее благо, и каково же это наивысшее благо. И под руководством Гуру Вайшнавов нужно слушать Бхагаватам и пытаться осознать это все и принять в своей жизни. Анукиртанам значит непрерывный киртан без каких-либо промежутков. Мы видели в жизни Шрилы Прабхупады или наши гуруварги, они совершали непрерывный киртан. Мы не можем найти даже часть секунды, чтобы Шрила Прабхупад, он прекращал свой санкиртан, он либо писал что-то, либо говорил, либо пел. Шрила Прабхупад всегда он говорил харикатху. И это был анукиртан под руководством Шрилы Бхактивинода Такура, хотя они все вечные спутники Верховного Господа, но все же Шрила Прабхупад много раз писал, что под руководством Шрилы Бхактивинода Такура и Гуркишвара Бабы я делаю это. Есть два вида Бхагаватам. Это Бхакта Бхагаватам и Гранха Бхагаватам, то есть преданный Бхагаватам и Писание Бхагаватам. И без милости Бхакта Бхагавата мы не можем осознать значение Шримад Бхагаватам. Может, мы очень ученые, но без милости живого Бхакты Бхагаватам невозможно осознать Гранху Бхагаватам. И вот Парикшит Махарадж всю жизнь, он за всю свою жизнь он не совершал никаких оскорблений, но в тот день это по воле йога майи, чтобы показать пример всем обычным людям, иначе. Шукадев Госвами не мог бы рассказать Бхагаватам, а Парикшит услышать. И вот какие-то люди утверждают, что была золотая корона на голове Парикшита, а в этом золоте Кали был
И поэтому Кали так повлиял на него, и он совершил такую ошибку, оскорбление. И вот этот Самик Муни, он поместил мертвую змею ему на шею, но после того, как он это сделал, он очень обеспокоился, что я сделал, вся моя семья, вся моя династия поклоняются Гуру Вайшнавам и Бхагавану, и как я мог совершить такую ошибку. И вот он начал думать, что же делать, зачем он так сделал. Но Парикшит Махарадж вернулся в свое царство, то пришла новость. И вот Самик Муни послал через своего сына, Сринги его звали. Он был мал, но браманы, те настоящие браманы, они имели огромное могущество. Даже сегодня можно проверить, если вы встретите настоящего брамана с настоящими браманскими качествами, одно из главнейших качеств, он всегда погружен в Кришна Бхаджан. Браман без бхакти не может быть, то есть он уже не браман получается. Это основополагающее качество браманов. Я много раз уже говорил такую шлоку. Сапач, значит, те, кто едят плоть собак, такие собакоеды. И вот швапачи, те, кто готовят собак. И вот такие люди. I got one picture from ISKCON magazine. There is so many places. Dog, goat, you know, hair, all. At Christmas Day. Queue, big queue. They are buying flesh. Oh my God. They're so hate. Dog. И вот Махарадж видел в каком-то вот там журналисты склонны, что ну, в каких-то странах то за мясом этих собак, кошек, там, коз и прочих, даже очереди выстраиваются. Люди очень полны невежества и вот стремятся так, к поеданию других животных. И люди не знают, что такое настоящая жизнь, и вот так они готовят. Так для себя, так они поеданием плоти других существ, они готовят дорогу в ад. И вот смотрите, Парикшит Махарадж, он уже проверен и одобрен. Это не значит, что ему заранее дали имя. И вот Парикшит Махарадж сокрушался, он жалел, почему я так сделал, я всегда уважал Гуру Вайшнавов, и я должен быть наказан за такой проступок, чтобы я избавился от этой проблемы. Любое действие, оно имеет такое же, но противоположно направленное противодействие. Вот то, что мы делаем сегодня, то будьте уверены, завтра мы ответ получим, и никто не заберет нашу карму. Мы должны будем принять все эти последствия своей кармы. Ни отец, ни мать, ни жена, они не разделят с нами наши кармы. You will have to definitely have to serve. So it's good.
И вот сознание Парикшит Махараджана было очень высоко, и смотрите, и это доказательство, что если Парикшит Махарадж совершил бы оскорбление, то почему после, через секунду он уже жалел, почему он это сделал, он сокрушался, значит, это было организовано Юга Майя. А кто-то говорит, что из-за влияния золотой короны на его голове, но версия с короной, она неправильна, поскольку когда составили гороскоп Парикшит Махараджа, то Риши Муни, они предсказали в Бхагаватам, по крайней мере, четыре раза говорится, что еще Махабхагаватаха. То есть они говорится, что о том, что Парикшит Махарадж, он Махабхагавата. Хотя он станет царем, но он Махабхагавата. И какие же есть признаки Махабхагаваты? Махабхагаватам никогда не чувствует жажды. Подобно тому, как Мадхавенда Пурипад. Он всегда наполнен, насыщен бхакти и не чувствует ни жажды, ни голода, ни каких других беспокойств. И вот почему не сравнить это с Парикшит Махараджем? Когда вот Шукадев Госвами сказал, что можешь иди отдохни, попей что-нибудь, поешь, но Парикшит Махарадж сказал, что я пью нектар харикатхи, исходящий из твоих лотосных уст, пожалуйста, не останавливайся, я не чувствую никаких беспокойств. Пожалуйста, продолжай. И вот в тот самый момент, когда Парикшит Махарадж, он явил такое умонастроение, может, по милости Кришны, если я получу какое-то наказание, то я буду доволен. И вот он говорит, что если я получу достойное наказание, то я буду, это будет хорошо для меня. И тем временем Шрингириши пришел, точнее, сын. Не он пришел, а какой-то другой Риши пришел и сказал, что Шринги, сын он того Риши, он проклял тебя. И вот он сказал, что ты умрешь через 7 дней, о царь, поскольку это воля судьбы. Я не знаю, почему это случилось, и вот ты, Шрингириши, он сын Самик Муни, ты хотел украсить его отца мертвой змеей, и вот он уже проклял тебя, что ты умрешь через 7 дней. И когда посланник донес это послание до Парикшит Махараджа, Парикшит Махарадж стал очень доволен, что правильно, достойное наказание для меня. Если он получит наказание такое, то в дальнейшем у него будет возможность прогрессировать дальше. И вот он оставил все, пошел на берег Ганги. И вот там, где Ганга снисходит с Гималаев, то она протекает через Шукаталу, не Шукарталу, где Варахадев ушел, а Шукаталу. Это место явления Туласидаса. И вот Шукатала. И тем временем много муни-риши, они собрались, чтобы найти решение для Парикшит Махараджа, поскольку Парикшит Махарадж спросил, что же ему делать, что нужно делать. И тем временем риши муни, они думали и давали разные советы.
о, царь, ты должен то делать. Другой риши говорил, что другое надо делать, поскольку так много, большое собрание было там. Все риши муни пришли, кого же там не было? Бхаратрад, Васиштха, Чаван, Нараджи, все, Парашар, все там были. Ясадев Госвами пришел, поскольку они уже знали это, организовал Кришна все, они видели прошлое, настоящее и будущее. Они знали, что произойдет, и поэтому пришли туда, им не нужно было всех звать, звонить, всем рассказывать. А и вот они все собрались с разных мест и пошли. Они были уверены, что по милости Господа там будет праздник Харикатхи, поскольку Парикшит Махарадж необычный человек. Он родился в династии Панчапандавов, которые наслаждались полной милостью Кришны. И не может быть, что если кто-то проклял Парикшит Махараджа, то одни проблемы будут. Нет, это может создала йога майя. И вот они собрались в одном месте, и тем временем они нашли, что Шукадев Госвами приходит. И вот слово на санскрите, что он пришел без всякого приглашения. И вот Шукадев Госвами, лучи с Парамахамс, он пришел туда, и тогда никто не знал, кто он, кто такой Шукадев. И дети по дороге кидали камни в него, они думали, что какой-то сумасшедший. And the body without washing. No washing. All this dust. И вот он шел без одежды и не мылся по дороге. То есть он был не просто без одежды, но грязной одежды, а вообще без одежды был. Просто шел по лесу. И вот когда он пришел туда, на это собрание, все риши и муни, они все встали, чтобы выразить почтение Шукадеву Госвами, которому было всего 16 лет. Они все встали, даже в Ясадеву Госвами, и все прочие, которые были намного старше его, они знали, что он лучший из Парамахамс, поскольку Ясадеву Госвами уже сказал. И вот жены полубогов принимали омовение в Алакананде, а Вьясадев бежал за сыном, за Шукадевом. И и вот это шлока о том, что Шукадев, отец Шукадева, Вьясадев, он звал его вернуться и спрашивал, зачем же ты ушел, живи с нами. Also, I was a thief to fly from home, and father died. After some time, I gave it more than 6 months after I was in Mumbai. So who is going to take permission? Who is going to keep? И вот, ну это, ну кто разрешит своим детям уйти, поэтому Шукадев Госвами, не спрашивая, ушел. Но большая разница была между умонастроением Вьясадева и умонастроением обычных людей, таких как мы. Вьясадев знал, что Шукадев, он лучший из Парамахамс, поскольку уже Митхиларадж, Джанакирадж,
он одобрил Шукадев Госвами. И вот этот царь Митхила, он одобрил Шукадева, он проверил его, поскольку этот Джанакрадж, он был один из 12 махаджан. Даже великие Риши Муни приходили к нему, чтобы получить совет на основе шастр. Смотрите, он был царем, жил ну, как царь, но все же он был великим, великим преданным Раджа Риша, царем Риша. Не каким-то обычным царем, он был Раджа Риша. А что это значит? Если разделить это слово на два, Раджа и Риши. И вот он не был обычным царем, и он был царь и Риша. Великий Риша, и все Риши Муни приходили к нему, чтобы получить совет. Будьте внимательны. И вот Вьясадев, он сам Шактивеша Аватара, он знает все. Но я говорю так, и вот поэтому он звал Вьясадева Госвами, поскольку он хотел получить достойную личность, подобной емкости, в которой можно сохранить Бхагават-расу. Если я хочу дать вам какой-то сок, например, или молоко, или пальмовый сок, или еще что-то, нужна емкость какая-то. Если у нас маленькая емкость, то может только мало взять этого сока. Но только Чайтанья Махапрабху, он дает как милость в форме такого сока и в то же время емкость для того, чтобы мы могли унести с собой побольше. Это особенность только Шри Чайтанья Махапрабху, никакая другая аватара такого не делает. Кришна не говорит так. И вот, вот в этой шлоке говорится о славе Махапрабху. Издалека все эти жены царя Пратапарудры, они сидели на слоне и смотрели на него, на Махапрабху. Они смотрели и чувствовали огромное чувство любви, когда он воспевал святые имена. Из его глаз капали слезы и во время воспевания святых имен. И даже яваны, мусульмане мимо проходили. Вот они вместе пересекали реку на берегу, реку на границе Миднапура и Арисы. И когда они увидели Махапрабху, они уже не, их сердца изменились. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он Махавадханьяя Аватара. Не просто Ваданьяя, а Махавадханьяя. Не просто милостивый, а самый милостивый. Даже люди демонического склада ума, когда Махапрабху был во Вриндаване, во Врадже. И вот был какой-то человек в Гокуле. Among them one was Krishnadas, yes, very Rajput, Jat. In Rajadham we say Jat. Yes, very clever. Sir, I have big hammer, manpower there. If I say, they can come and kill you, be careful.
We are not thief. You are thief. We are thief. Yes, I'm going to cut. You cut. Let me show you a sword. The man become very puzzled. Yeah. He's so happy. He's speaking. If I shout, then they can come and kill you off and take your horse and the thing. Oh, really? Про разбойников, разбойников история. Immediately they could discover that he is not ordinary man, he is weak. He think you are Allah, really Allah. Really? In train from, I'm talking nice, from Delhi I was coming. Very quickly, because when Guru Maharaj Ravi Bhaktiti, one man 5 days I was speaking. В общем, историю Махараджа рассказывал про Махапрабху и разбойников, которые напали на них. И вот однажды Махарадж возвращался из, вот ехал на день явления Шрилы Гурудева, и вот Махарадж ехал в поезде, и там сидела семья мусульман. Махарадж на верхнем, этом, на верхней полке обычно ездит, чтобы никто не мешал, и вот там какой-то этот мальчик-мусульманин смотрел на меня всю дорогу. И вот смотрел, и после этого говорит матери: «О, мама, смотри, там этот Аллах сидит». Я засмеялся. Этот мальчик тоже... Весь этот поезд тоже смеялся. И вот Чайтанья Махапрабху, он говорил так, что эти разбойники, они были очарованы им и подумали, что наверняка не обычный человек, что ты буквально Аллах, и твои слова очень полны, очень разумны. И вот эти разбойники в итоге приняли прибежище у Чайтаньи Махапрабху. Падхан Вайшнава их называли. И вот Чайтанья Махапрабху, он такая уникальная аватара. И вот перед тем, как начать говорить о Бхагаватам, я говорю о таких предваряющих вещах. Суть Бхагаватам — это према. И суть Шримад Бхагаватам — это према. Если мы изучаем Бхагаватам и не обретаем према, то что толку? И вот Парикшит Махарадж, он слушал от Шукадева Госвами Парамахамса Шрештхи до 9-й песни Бхагаватам с полным самопреданием, и после этого Гурудев Шукадев Госвами, он опять проверил его, и когда он обнаружил, что все хорошо, то тогда он начал, Шукадев Госвами, он начал повторять 10-ю песню Бхагаватам. И после этого Шукадев Госвами начал и вот после проверки Парикшит Махараджа он начал произносить Бхагаватам, и потом Балялила, даже Шрила Прабхупад говорил, даже Балялила, если мы слушаем лилу о детских лилах Кришны, то даже во время ее слушания могут возникнуть какие-то материальные представления, мы потеряем наши бхакти. Что говорить о Расалиле, даже Шрила Прабхупада настолько строг был, даже он нам запрещал слушать о Балялиле, о детской лиле Шри Кришны, но Шрила Прабхупада, он хотел найти какое-то решение для нашей жизни. Но не все готовы принять его сиддханту. Кто-то
сомневается в его словах. Шрила Прабхупад, он наивысший из Рагануг. И о Шриле Бхактивинода Такур тоже говорит так. И среди преданных Рупануг он один из лучших. И мы должны гордиться, что мы из Гаудия Матха. Но и мы должны молиться о милости Гуру Вайшнава всегда. И вот сейчас, почему я начал с этого, то, что говорил Шрила Прабхупад. И вот Шрила Прабхупад говорил, что изменить сердца демонических людей – это наивысшее благо для общества. Наивысшее, и также наивысшая помощь для этих людей. И мы не можем терять терпение, гневаться. Это подобно материальной болезни. И вот те души, путешествующие по 14 мирам и согласно их действиям, получающие какой-то результат, они такой этот менталитет развивают. И почему я хотел начать с Кали Даман Лилы, поскольку мы полны анардх. И если мы хотим избавиться от анардх, поскольку не избавившись от анардх, как можно продвигаться дальше, если мы избавимся от анардх, и мы почувствуем умонастроение в Раджавасе, что Кришна, он готов умереть за них, и что, а какое чувство в Раджавасе, если мы это почувствуем, почему я начал, поскольку здесь вся раса, можно получить всю расу здесь, от Шантарасы до всех остальных Шанта, Дасья, Сакья, Ватсали, Матхурия, все расы можно обрести здесь. Можно почувствовать настроение Нанды и Яшоды и всех гопи тоже. И друзей Кришны также, этих пастушков, и не только, также коров и телят, и быков, и всех прочих животных во Вриндаване, они видят такое плачевное положение Кришны. Смотрите, все в Раджавасе, они готовы отдать свою жизнь за Кришну, поскольку Кришна есть их жизнь. Мы можем повторить эти высокие слова с киртана, но почувствовать в нашей жизни – это совсем другое. Смотрите, Вамшидас Бабаджи Махарадж говорит, я могу повторять этот киртан с мридангой, с караталами и… Но почувствовать его тяжело, это главная болезнь, и поэтому Вамшидас Бабаджи Махарадж слушал киртан, какой-то преданный, вот пил этот киртан, Пашинакути его матха. И после того, как киртан закончился, он, плача, сказал на таком старом бенгальском, бангладешском языке. Вот такой бангладешский язык, но раньше одна Бенгалия была, потом отдали часть Бангладешу. In your whole life, you recite this kirtan? In your life?
И вот, кто вот мы пили, пил ли кто-то вот этот киртан? И мы должны изучать этот киртан и его объяснение. Шрила Бхарати Махарадж обычно он объяснял после того, как киртан спели, он объяснял его значение. И вот Вамшидас Бабаджи Махарадж, он сказал на таком бангладешском языке, дакского наречия. И вот он сказал, что вы только поете, а кто? А кто может понять глубинное значение этого киртана? Если вы поймете, то вы расплачетесь. И вот когда мы поем киртан, они подобны мимикрии, такой, ну, подражательство, как можно видеть, например, преданные поют киртаны. Даже яма-киртаны, которые полны разлуки и боли, а они поют их как-то весело и непринужденно. И поэтому у нас нет права изучить петь яма-киртаны, пока мы не возвысимся до того уровня. Мы должны получить полную милость гуру и вайшнавов, и это наша цель. Мы должны изучать. И мы, то есть мы можем петь киртан, но не сейчас, а когда мы получим милость, как подобно лицензии, как вот Шукадева Госвами, когда он дослушал до девятой песни, то перед тем, как говорить десятую песню Шукадев Госвами, он проверил его, достоин ли он. Шукадев Госвами, он не Сахаджи, и Гаудия, они тоже не Сахаджи. И мы следуем пути Шукадева Госвами. Шукадев Госвами, он не произносил даже имя Радхарани, поскольку это он очень возвышенно. Как только Шукадев Госвами он хотел произнести имя Радхарани, он терял сознание и не мог дальше говорить Бхагаватам. И так же с Шрилой Прабхупадой. Если Шрила Прабхупад говорил что-то о Радхарани на Радхакунде, он 8 признаков божественного экстаза, они являлись на его теле, он не мог дальше продолжать, поэтому он сдерживался и начинал заново. Поскольку перед обычными людьми такие великолепные преданные, они сдерживаются, они никогда не открывают свои чувства на показ. Их умонастроение другое. Наша Гуру-Варга говорит, если вы получите, как, например, если вы найдете какой-то клад, будете ли вы рассказывать на каждом углу? Нет, вы будете хранить это в секрете, чтобы никто не узнал. Если Чайтанья Махапрабху будет так же, и вот все читания Махапрабху и Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что Махапрабху, он и вот то, что Махапрабху, он свои чувства не являл на показ посторонним людям, то есть тем, кто не является его вечными спутниками. Если были какие-то посторонние, Махапрабху, он
сдерживался, никогда не являл такие признаки экстаза и прочее, поскольку люди не могли не понять, понять неправильно. И поэтому такие люди, они не понимали умонастроения Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура и Шримана Махапрабху. И это чувство, это не вопрос выставки, не пока, выставление его на показ, имеется в виду. И вот, если Нитянанда благословит меня, то тогда я смогу начать объяснять эту Каледа Мандилу. И вот сейчас суть в том, я возвернусь к этому еще. И первый вопрос к вам всем. Почему те в Раджаваси не могут понять, что Кришна — Верховный Господь? Почему в Раджаваси не понимают этого? Поскольку у них есть связь, огромная любовь к Кришне. И что? Гаргамуни уже сказал перед этим. Он сказал, он Нанда Махарадж, твой сын, он подобен Нараяне. Как подобен Нараяне? Не может быть, нет никого, кто бы был подобен Нараяне. Нараяна, он сам подобен, сам себе. И Гаргамуни очень сказал так иносказательно. Он Нанда Махарадж, твой сын им обладает качествами Нараяны. И все в Раджаваси, они вспомнили, что Гаргамуни так сказала, гопи не знали об этом. Гопи, они плакали и думали, где же Кришна? В Гопи-гите вот их молитвы приводятся. Йод Махарадж был в тех местах, где гопи возносили свои молитвы. О, Кришна! И вот в Раджавасе они поют такой киртан. О, Ганасьям, где же мы можем найти тебя? Это такая песня в Раджавасе. И вот мой первый вопрос. Гаргамуни уже предсказал, что ваш сын будет подобен Нараяне. Нанда Махарадж разве не знает этого? И еще да, она тоже знает об этом. И гопи тоже узнали. А кто не знает? Пастушки, которые пасут коров, и они тоже знают, узнали, но все же они забыли. Они думают, что Кришна — это наш друг, они могут даже ударить Кришну, если они играют друг с другом, то они могут залезть на Кришну. И когда они кормят Кришну, они сначала не ему дают, а себе. Сначала сами пробуют, и потом дают Кришне попробовать. И такое получается, объедки дают Кришне. They are not the, hey, go over and speak. Yes, they cannot speak. Krishna is always taking Uchista. So what wrong with it?
И вот... Да. Однажды какой-то человек пошел и купил сотню сладостей. А по дороге с магазина, когда он шел, обезьяны напали на него и все сладости забрали. И вот он пришел и говорит, что все купил, но обезьяны забрали по дороге. И у этих обезьян большой праздник был. И вот тот Махарадж, который послал того мальчика за сладостями, сказал, что сейчас у обезьян большой праздник. Готовить они не умеют, но забирать умеют. И вот вопрос, в Раджавасе хотя знают, что Кришна Верховный Господь, но почему эта идея, она в их сердцах забывается, а потому что у них есть огромная любовь к Кришне, и эта любовь, она подавляет это знание, как, например, если наш сын станет каким-нибудь премьер-министром, например, то все равно мы будем думать о нем как о... То есть его мать будет думать о нем как о сыне, а не как о премьер-министре. И вот такая огромная любовь, она затмевает собой все остальное. И в Раджавасе они уже не думают о том, что Кришна – Верховный Господь. И вот Айшвария, когда... Если будет чувство Айшварии, такого величественного, такого благоговения, то это чувство любви, оно забудется. И вот Кришна в Чайтанья Чаритамрите говорит. И вот Кришнадас Кавираж Госвами описывает, Кришнадас Кавираж описывает ум, настроение Кришны, и Кришна говорит. И когда они видят мою Айшварию, то тогда према, она не забывается, но как-то временно забывается. Вот как в случае с Васудевом и Деваки, когда Кришна явился в форме Нараяны, то они начали возносить ему молитвы, и он сказал, что я ваш сын. Они говорят, что какой ты сын? Дети так не рождаются с четырьмя руками и в таком образе Нараяны. И тогда он принял форму обычного ребенка. И вот Кришна стал таким нормальным ребенком на коленях Деваки. И так Деваки забыла то, что было пять минут назад, иначе она не могла бы развить такое чувство любви к своему сыну. И вот Кришна, он очень умен, он... сразу там, из этой четырех рукав формы Нараяны он сразу превратился в нормального младенца. И родители его сразу забыли о том, что было пять минут назад. Иначе такая ситуация, она невозможна. Те, кто
имеют отношение с Кришной, но Кришна — это наивысшая личность. Если у нас будет хотя бы какие-то малейшие отношения, какая-то любовь к Кришне, то мы достигнем успеха, если, конечно, у нас нет никаких оскорблений. И вот Васудев и Деваки, они... любили своего сына, но это примесь Ашварьи-лилы, Ашварья, но не давала развиться их любви полностью. И вот впоследствии, когда они чуть подросли, Кришна Баларам, они, когда они молились своим родителям, просили прощения за то, что они не могли служить своим отцу и матери, поскольку они были в Гокуле, а тут в Двараке были. Не в Двараке, в этом Мадхуре, а в тюрьме. И вот они прикоснулись к стопам Деваки Васудева. И вот это завет, и вот это, но суть этого в том, что если Айчварья явится в нашем сердце, то чувство отца ли уже не будет там, как вы, если помните Брахман, эту Илилу, похищение телят, то когда Брахма, он увидел всех телят, всех пастушков и все остальное. И также Яшода, когда она, вот, и она когда увидела всех этих пастушков, коров, телят, весь врач и саму себя, она подумала, что какие-то привидения напали на посла Брахмана, чтобы он осветил все, чтобы ей такие ужасы не чудились. То есть она из-за присутствия в Ацале не смогла понять такое величие вселенской формы Кришны, из-за этой огромной любви, которая затмевает собой все остальное. И такая любовь, огромная любовь к Кришне, она хороша, но если она будет нас к каким-то материальным людям или вещам, то это опасно. Если мы, у нас будет такая огромная любовь к Гуру и Вайшнавам, то тогда мы получим зеленый свет на пути нашего духовного развития. И вот, если у нас будут отношения с чистыми Гуру Вайшнавами и любовь к ним, то тогда мы сможем пересечь этот океан рождения и смерти. Много раз я уже говорил шлоку, которая произнесена Капиле Муни. О, мать, если у тебя будут отношения с этими материальными людьми в материальном обществе, то нет никакого спасения, это будет оковой для тебя. Эти привязанности будут препятствием для тебя. Асад значит временные вещи, саду гуру вайшнава, они вечны. Если мы, у нас развилась привязанность к каким-то материальным вещам, то это будет препятствием, оковами на нашем пути. И любые предметы,
кто-то поесть любит, например, панир какой-нибудь, например, и слишком привязывается либо к сладостям, то это тоже проблема. Но если мы... Как вот Рагунат Дас Гасай, он был настолько отречен, что он ел рис Джаганатха, который отдавали коровам, то есть такой испорченный, то он взял, брал какую-то часть у коров, мыл, солью мешал и ел. Но он был сыном, буквально сыном царя. Но смотрите, настолько отречен, его отреченность, она была естественна. Рагунат Дас Гасай, он не показывал это на показ и не делал специально. Автоматически естественная отреченность была у него. Если мы разовьем такую огромную любовь к Шри Кришне, такую огромную, без... бесподобную любовь к Шри Кришне, то тогда мы уже не будем стремиться к каким-то внешним вещам. И Махапрабху говорит, как вот в этой шлоке Шикшаштаке говорится, когда я смогу развить такое умонастроение, и что такое читать Бхагаватам, какова цель изучения Бхагаватам. Весь мир, он пуст без Кришны. И это должно быть настроение Гауди, как Мадхавендра Пурипада, он плакал и молился. И Чайтанья Махапрабху также, поскольку у них было такое чувство Рагунат Дас Гасай. Он не показывал, не выставлял это на показ, свое отречение. А есть люди, которые на показ выставляют свое отречение, но это плохо. И Чайтанья Махапрабху однажды хотел показать великолепие Махапрасады, великолепие отречения. Рагунат Дас Гасай каждый день приходил, и однажды Махапрабху пошел и забрал у него то, что он ел. И тогда Сварупа Гасай схватил Махапрабху и сказал: «О, Махапрабху, остановитесь, это не ваше. Почему? Это ж Махапрасад. И у меня есть право его принимать, и вот каждый день принимаешь, давай поделись со мной». Я никогда не вкушал такого вкуса, такого прекрасного просада. И вот Махапрабху говорит мне: я пробовал много прасады, но такого великолепного вкуса я нигде не находил. Но Рагунатх вот каждый день ест. If you take with strong belief, still today you have strong belief, you can go to the Sripad of whom? Chamaru Jala Narali Babu, Madhumati Babu, Madhumati Sakhi. You can go in Bordaman from Kalna, you have to go. I've been there. Who? Narali Sarkar. И вот в месте, где жил Нарахари, там вот где-то с Бардаманом под рядом, и однажды Гора Харис Нитянанда пришли и просят, чтобы он дал им меда. И он был Мадхумати Сакхи в духовном мире, и они попросили эту сладкую воду, не мед, а сладкую воду, более точный перевод. И Рагунат, и вот Нарахари, точнее, пошел в
к этому пруду набрал горшок воды, и Махапрабху, он, когда начал пить, но он восхитился, что это стало буквально медом. И вот этот преданный, пока он набрал простую воду, но когда он предложил Махапрабху, она стала каким-то нектаром. И вот вернулись, Махарадж возвращается к этой лиле Кали и Кришны. И вот наставление нашей Гурварги, то, что мы должны обсуждать Шримад Бхагаватам в свете Гаудия Сидданты. И вот вопрос мой таков, почему в Раджавасе не могли чувствовать и понять, что он Нараяна? Это главный вопрос. И какой же ответ на этот вопрос? Разве в Раджавасе не знают, что он Нараяна? И гопи тоже не знают, что он Кришна Нараяна. Но это знание, оно равно незнанию, понимаете? И как это? Поскольку они как бы знают, что Кришна как Нараяна, но в то же самое время забыли, не знают, поскольку эти враджа-гопи, что они говорят? Что ты сын Гопи. Вот в этой шлоке говорится. И Гопи говорят, что ты не сын Яшоды, мы знаем. А ты Акила Дехинам Атмаратмадик, ты Параматма, пребывающая в сердце всех джив, даже в сердцах комара тоже Параматма пребывает внутри всех живых существ, но не все могут чувствовать, а когда вы почувствуете, что Бхагаван в форме параматмы пребывает в вашем сердце, тогда вы получите огромную поддержку в вашем баджане. Но это знание, оно равно незнанию. И как это, как примеры могу привести, те великие эти комментаторы, они пишут, вы хотите проверить это? Get one oven and get one pot of water, okay? I can put some. И вот можно опыт провести, взять горшок с водой. You can find there is one violent condition that you know chips, wooden chips are going up. You can test yourself. So those big bhiktika guys, they can say. They knowing, but that knowing is just equal to not knowing because opulence. А ну смысл в общем того, что что вот эти преданные, которые находятся в Мадхуре, в Ватсале или Сакирасе, то Айшварья-раса она затмевается вот другими более высокими расами. То есть они знают, что Кришна, он не отличен от Нараяны, но оно забывают. То есть как бы не знают, а опыт в том, что и если поместить какую-то
вещество воду, которое как бы не растворяется и помеет все кипятить, то можно видеть, что это, что эти частички, нерастворимые в воде, они поднимаются и опускаются в воде. И также в Раджавасе они как бы знают о том, что Кришна, он не отличен от Нарайны, но в то же самое время не знают. И когда Махапрабху был в Калне, то Горидас Пандит, он не хотел отпускать их, и Махапрабху сказал, ну, все равно нам нужно идти, он сказал, что, нет, я хочу, чтобы вы были со мной, и Махапрабху сказал, вот, божество Виграха у тебя есть, она не отлична от нас. И тогда Горидас Пандит сказал, хорошо, тогда вы оставайтесь, а, и пусть эта Виграха идет вместо вас. И вот, когда он так сказал, то Махапрабху сказал, хорошо, и божества взяли и пошли, а Гуранитай не обратились к божеству. И Горидас растерялся, схватил Гуру Нитянанду, которые из божества превратились в Гуру Нитянанду, и сказал, что наоборот, пускай божество уходит, а вы оставайтесь. Они опять обернулись божествами, а божества пошли, но Горидас Пандит сказал, нет, давайте наоборот. И в итоге он позволил одним уйти, другим остаться. И вот Махарадж в книге о Вишну при Татве, он более подробно описывает это. И вот, когда Гуранга Махапрабху ушел из этого мира, он явился во сне Вишну при Деве. И он сказал, что нужно взять дерево, кусок дерева от того дерева, где Шачимата кормила Махапрабху. Из этого куска дерева сделать виграху. И также он сказал, что явился своей матери и сказал, что я скоро явлюсь в форме божества и в форме святого имени Гауранамы. И вот я ответил, почему в Раджавасе они так настолько преданы Кришне, и они, то, что они не могут потерпеть, что Калия собирался убить Кришну, как это возможно. И в Раджавасе думали, что лучше отдать свою жизнь за Кришну. А почему? Я уже объяснил, поскольку, хотя они знают, что Кришна — Верховный Господь, но также он, они и не знают одновременно. И почему я предпочел объяснять Калия Дамандилу первое, почему я начал из тех слов, что сказал Шрила Прабхупад, что изменить сердца плохих людей, демонического склада ума, это зовется наивысшей помощью всему, как обществу, так и этим людям. И вот, и почему я начал эту Кали Дамандилу, поскольку Кришна никогда не гневался на этого змея Калию, но Калия был очень такой плохой человек, но демоном был очень ядовитым. Но все же Кришна, он не был зол на него. И вот когда мы будем
Но если мы будем более подробно разбирать эту лилу, то мы увидим, что Калия, он обрел большую милость, чем сама Лакшми. И что же он делал, что этот какая-то змея что он получил прикосновение твоих лотосных стоп, даже Брама, Шива, они не могут даже надеяться получить даршан твоих лотосных стоп. А этот Калия, он смог прикоснуться головой к твоим лотосным стопам, насколько же он удачлив. И вот в этих киртанах говорится, что даршан твоих лотосных стоп, он настолько редок. Даже вот не могут видеть пальцы на твоих лотосных стопах, настолько высоко это. И это он зовется Кришна. Весь мир, и веды, веданты, упанишады, они ищут, где это абсолют, верховная личность Бога. И часто можно наблюдать, что люди из-за влияния и вед, они идут по неправильному пути. То есть люди привлекаются цветастыми словами вед и идут не туда. А если мы изучим все веды, то начало, середина и конец будет указывать на Кришну. И вот веды, веданту, если мы будем изучать даже вьякарана, то есть грамматика, это тоже часть веды. И вот Махапрабху уже сказал, что он доказал, что смысл бытия пандита не то, чтобы собирать подписи от тех, кого он победил в споре, как Дигвиджай пандит, он был очень сведущ. И когда Махапрабху попросил его рассказать о славе Ганги, то этот Дигвиджай пандит, он подобно ветру начал сочинять на ходу стотры в честь славы Ганги, и Махапрабху сказал: подожди, подожди, а хочу значение вот этих шлок узнать, как ты, я читал подобные эти шлоки подобно ветру, а как ты их вообще запомнил? Я Махапрабху ответил, что если ты по милости Сарасвати можешь так быстро сочинять и произносить их, то вполне возможно, что по ее же милости я смогу услышать и запомнить эти шлоки. И вот после этого Махапрабху доказал, что нужно стремиться к бхакти. Я знаю, что ты великий пандит, но это не смысл пандитии, чтобы получать подписи от других о своем поражении. И вот смысл
быть пандитом в том, что... И вот в этой шлоке говорится, наивысший смысл всего образования – это для того, чтобы наш ум думал о Гауранге, о Кришне. Это наивысшая цель всего образования. И здесь, и какова же наивысшая цель Бхагаватам, это обрести Бхагаватам. И вот сейчас мы начинаем Бхагаватам. Я прошу прощения за возможные ошибки. И вот Шукадева говорит, и вот Махарадж уже сказал, почему он начал с Кали Даманлилы, поскольку мы очень слабы, мы хотим избавиться от всех анартх, от всего неблагоприятного, от всех слабостей, и Кришна, и спутники Шичитани Махапрабху, они могут, что они могут? Они могут пролить свою милость на нас, может, мы слабы, или у нас демонический склад ума, но так много демонов, они были спасены, их сердце изменилось, как Бали Махарадж, он был демоном, но сердце Бали Махараджа изменилось по милости Прохлады Махараджа, благодаря его общению, и я уже сказал, как Девахути, кто говорил Капила Дев, он говорил ей, о мать, и вот мокша, вот эта шлока, в этой шлоке говорится, что если у нас есть огромная любовь к Гуру и Вайшнавам, то совершая садусангу, эта садусанга, она откроет нам ворота на путь освобождения. И вот 16 глава Шримад Бхагаватам, Шукадева говорит Парикшит Махараджу, лучшему из учеников. И вот мы не можем найти такого великого ученика, как Парикшит, и такого великого гуру, как Шукадев Госвами. Садгуру, он очень редок, но садшишья, настоящий ученик, он еще более редок. Я знаю, что садгуру очень редок, тяжело найти, но таких настоящих учеников еще реже можно найти. И в Писании говорится, что если вы даже найдете какого-либо садгуру, но садшишью, настоящего ученика, найти еще сложнее. Если садгуру очень редок, а садшишья тот, кто может полностью предаться такому гурудеву и доказать своими действиями и принять в своей жизни все учение Гурудева. Каков признак, главный признак садгуру? Как определить, что кто-то садгуру, а кто-то нет? И вот и кто такой настоящий ученик? Если мы у кого-то видим, что у него такой же такое же чувство, умонастроение, поведение, все принципы и жизнь подобная и жизни его Гурудеву, то тогда можно сказать, что он садшишья. То есть тот, в чем сердце явилось чувство Гурудева. И вот в Бхагаватам говорится такие слова, что садгуру, если настоящий садгуру, он знает наше сердце. И согласно этому он даст нам сокровенные суть бхаджана. Как Ишвар Пурипад, он он
получил секреты Баджана от Гурудева Мадхавиндапури. Но если мы находим, что никогда эта материальная концепция не приходит в сердце Ишвара Пурипада, то есть он никогда не думал о Гурудеве как о человеке. И поэтому это очень опасно, если мы, у нас будут какие-то материальные представления от Гуру, о Гуру и Вайшнавах, то это очень опасно. И поэтому говорится, что мы должны находиться от Гуру Вайшнавах на безопасном расстоянии во время Харикатхи и Харикиртана, слушать и пытаться следовать их Сиданти и Вичару. Если мы будем долгое время находиться с ними, то, возможно, мы обнаружим какие-то материальные, то есть можем взрастить какие-то материальные представления. И поэтому о Садгуру и о Садвайшнавах я говорю Гауди Сиданту, если не больше, чем 99% тех преданных, которые служат Гурудеву, они падают. Почему так происходит? Потому что самый простой путь, самый быстрый путь отправиться в духовный мир – это сатсанга и садгуру сева, служение чистым гуру вайшнавам. И также самый простой путь попасть в ад – это тоже служение садгуру и вайшнавам. Поскольку если совершить какую-то ошибку, то реакции сразу же пойдут, и мы в аду окажемся. Кришна говорит Удаве. О, Удав, будь осторожен, будь внимателен, все полубоги вместе с Кришной, они присутствуют в теле Гурудева. Хотя Гурудев может внешне болеть, но это так. И какие-то внешние болезни, это подобно игре, актерской игре. Подобно, это просто их лила, чтобы мы могли служить им и обрестать блага. Shukadev Goswami is speaking. И вот Шукадев Госвами говорит. Билокто душитам Кришнам Кришнаха Кришнахина Бигуху Тася Вишуддхим Амикшан Сарпам Том Удвасаям. Very clearly. See, Shukadev Goswami is speaking. И Шукадев Госвами говорит, что Билокто, after looking the после Кришнам. Кришнам means Yamuna. Кришна black water. That's why other name of Yamuna. А вот одно из имен Ямуны это Кришна, поскольку ее воды темные, и одно из имен Драупади тоже Кришна, а Яшоды Деваки. Другое имя Яшоды Деваки, Веногите используется этот термин. И вот какое умонастроение здесь, и что Кришна Госвами говорит. So, Virakya Dushitam Krishnam Krishnaha
Кришнахина Абигу, Таша Вишудьям Анишан, Сарпантам Удвасе. After watching the condition of Гору Джамуна, и вот посмотрев на состояние Ямуны, что она стала очень ядовитой, но будьте внимательны. Не настоящий поток Ямуны, поскольку любая часть Ямуны – это Ямуна. Но это не значит, что Ямуна натекла на север, а северный рукав был не ядовит, но там было ответвление какое-то от Ямуны, и оно было ядовито из-за влияния этого кали. 8 мили. Он жил в каком-то озере 8-мильного размера. И очень глубоко было это озеро. И вот Шукадев Госвами говорил, увидев воды, что воды Ямуны стали ядовитыми, осквернились, стали так токсичными. А кто это все сделал? И вот Кришна Хина говорит, что это змея. Черная змея под именем Калия. И вот на санскрите можно найти. А то есть какие-то слова могут они как до слова, так и после стоять, то есть от перемены мест, слов в предложении смысл, как правило, не меняется. И вот Кришнахина, but in between Krishna this name came. So Bilokka Dushitam Krishnam Krishnaha, with this Krishna, this Vibhu, this what qualified. Follow, though it is, some gapping is there. First Krishna, Krishna Ahina, after this Vibhu. Because Vibhu is Krishna, so why it is after some gapping, why not together, it's possible in Sanskrit. So Bilokka Dushitam Krishnam Krishnaha, Krishnaha, Krishnahina, Dasya, Kasya, na Krishna. Follow. Dasya, Vishuddhim, Anvichram, wanted to purify that Jamuna Nadi, all the water, including that lake. И вот Кришна хотел очистить всю воду в Ямуне вместе с этим озером. There is 8 miles, you see, what the importance of that lake. Follow. И Ямуна в то время она была очень велика, а сейчас стала очень малой. Даже во времена Чайтаньи Махапрабху Ямуна была гораздо более полноводная. Если во Вриндаване не будет Ямуны, то это плохо. Я думаю, все саду, они пытаются как-то влиять на правительство, чтобы сделать Ямуну более полноводной. Поскольку если Ямуна не будет, то Вриндаван как бы потеряет свою красоту. Wanted to purify that Jamuna,
И вот Кришна хотел очистить эту Ямуну, и эта змея. Кришна-хина. И вот этой змеей черной отравлена была. И вот Кришна хотел выгнать его туда, откуда он пришел. А откуда он пришел, этот Калия? Раманакдип. Был особый остров, где все змеи жили. И вот я предысторию расскажу. Была такая система Гаруды. И вот змеи решили, что будут кормить Гаруду, который змеями питался. After eating, you are taking bitter leaf. After taking one snack, yes, digestion complete. Guruji Maharaj. То есть для Гаруды нужно было каждый день змею какую-то съедать для пищеварения. И вот он... И вот эти змеи начали возмущаться, что система какая-то должна быть, не просто так их есть. И вот змеи решили, что каждый день одну змею можем выделять, но не больше. И Гаруда согласился, но одна змея тоже хорошо. И с тех пор такое правило было, что змеи организовали для еду для Гаруды и змею на закуску. And after that, you know, it was the system. Bhimji Maharaj getting up and giving assurance to Brahman's family here in Ikshapradham. I am going there. Because that day was the as a time that what the name of that И вот Махарадж сравнивает его с Бхимой. Бхима однажды был в Акачакре, и какая-то пожилая женщина плакала, поскольку пришла очередь его сына, чтобы на кормление демона. А этот пандавы сказали, что не надо, пускай Бхима идет вместо этого сына, он расправится с ним. И вот соорудили эту повозку с подношением еды для этого змея, в смысле демона. И вот, ну еще кроме обычной еды, ему еще человек нужен был какой-то каждый день этому демону. И вот Бхима пока ехал к нему, но он, особенность была, он много ел очень, и вот он каждые полчаса становился голодный и по дороге съел все подношения для этого ракшаса. И вот, когда ехали до Ракшаса, Ракшас начал орать, кто ты, что ты тут мою еду поедаешь. Он положил свою руку на плечо демона, точнее, демон положил ему на плечо руку, Бхима развернулся, посмотрел, кто там, и убил его сразу. И вот Кришна был очень милостив, он не убил Калию. И Калинак, он был очень горд и начал
возмущаться, кто такой Гаруда, я могу убить его. И вот Гаруда прилетел и спрашивал, где же тут моя закуска. И вот сказали, что Кали, сейчас ему на закуску. И началась битва между Кали и Гарудой. Гаруда пытался как-то его убить. И вот они сражались. И Кали надоело, поскольку он летает, не мог поймать его тоже. И вот Кали решил убежать, и вот так он прыгнул в океан, погрузился и так проплыл под водой до Мадхуры, до того глубокого озера. А как это озеро образовалось? Шабари Риша был могущественным мудрецом, и вот Шабари его звали. И вот 60 тысяч лет совершал аскезы, и однажды Гаруда был очень голоден. Он пришел и с этого озера ловил рыбу. И вот он ловил рыбу, так и ел для Гаруды. Это не было грехом. Поскольку Гаруда, он птица, и ему как бы рыбу можно есть. Но людям это не подходит пища. И вот после этого вся рыба, они организовались и пошли к Шабари Риши и начали возносить молитвы о Риши. И Шабари Риши спросил, что случилось. Они говорят, мы водные создания, мы рыба, живущая в твоем озере. Нам нужна твоя защита. Что случилось? Вот Гаруда тут прилетает, ест нас, и что делать? И Риши сказал, хорошо, я вас спасу. Я дам вам защиту. И Шабари Риши сказал, кто такой Гаруда? Если Гаруда еще раз прилетит сюда, я проклинаю его, что одно крыло отвалится у него. И вот Гаруда услышал об этом и решил не летать на это озеро. И Кали был очень умен, он тоже как-то пронюхал об этом. И поэтому он выбрал именно это место, чтобы там не было Гаруды. И вот Кали быстро туда приплыл и начал жить в этом озере. А Гаруда подумал, что ну, что делать, нет. И Кали там долгое время жил под водой. Кали очень умен был. Он А вот как Дурьотхан, когда он был практически побежден, он погрузился в воду, сделал какой-то воздушный пузырь, чтобы вода его не мочила. И вот он находился под водой как-то в таком воздушном пузыре. И Кали тоже так же сделал. Он сделал для себя какую-то воздушную преграду, чтобы
сухо у него было, хотя он под водой находился. И вот он вместе с женой, с женами и детьми находился в этом озере. Но из-за Кали вся вода стала ядовитая. И в Раджавасе они из этого озера набирали воду и... So here is way straight. So now actually, Parikshit Maharaj putting question. И вот Парикшит Махарадж спрашивает, очень правильный вопрос, Парикшит Махарадж спрашивает, и как это возможно? Hello, you see, katham antarjale agadhe, saptami vibhakti, seventh case in jale agadhe, subject and predicate should be matching, this can be said. If it is ditya vibhakti, that should be ditya vibhakti. If it is seventh, then it should be seventh case. This is the roots of Sanskrit. Visheshasya jat lingyam, bachan, all Visheshan character. Follow. Some speciality also there, some. Okay. Katham anta jalya gade na grinyad bhagavan pahim. How it is possible? И как это возможно, что эта змея жила там так долго внутри воды, и как Кришна, он начал ругать его. И после того, как он наказал его, он сделал его смиренным также. Как Гурудев может наказать нас и... Gurudev is efficient. Both anugrah sometimes he like to give you punishment. Gurudev can give. Gurudev как может наказать, так и пролить милость на нас. Но это его наказание это тоже один из видов милости. Not that by Gurudev giving punishment. So what giving punishment is kiva. So Gurudev can get both. Give both. So. И вот. Pratham antarjale agade nagrinyad. How the snake was treated. Heavenly, like Krishna, like Grinyat, Bhagavat, Bahim, Chauva, Yuga, Vasam, Yathasit, Vipra, Katsatam. Vipra, who is Vipra? Кто такой Vipra? Who is Vipra? Huh? Shukadev. Shukadev. Парикшит Махарадж говорит, ты Vipra. Vipra, this title, Vipra. Это титул Vipra, он дан Гурудевам Парамахамсе. Vipra, Katsatam. Please. Speak out, please speak. So we like to hear all about the details of this incident. How this Enokalia came here? How it is possible? И вот здесь просят рассказать, как, почему Калия пришел сюда, так долго жил и почему был наказан Кришной и как вода была очищена. И мы хотим услышать это все в деталях, пожалуйста, говори. И тогда. Парикшит Махарадж продолжает. Katham antarjale agade nagrinyad bhagavan pahim savai bahu yugavasam yathasit vipratatam. How it was possible for Kali to stay there for long time? И как это было возможно для Кали так долго жить там? Satchandavartinah gopaludaracharitam kastirpet kat И кто в этом материальном мире, после того, как он принял нектар Кришна Катхи, может закончить слушать, никто не может сказать, что хватит, поскольку, слушая Кришна Катху, мы увеличиваем наш вкус к ней. Кришна Катха, она такова, если мы услышим ее, то мы захотим
слушать больше и больше. И вот Шукадев Госвами говорит так. И таким образом Шукадев Госвами был арестован и приведен к Вьясадеву. И эта шлока, она была произнесена перед Шукадевом, когда Шукадев находился, который в Брамананде, когда он услышал, он сразу открыл глаза и сказал: «Продолжай». И этот помощник Вьясадева сказал, что у нас много нектара, ты можешь прийти к Вьясадеву и услышать продолжение. И Шукадев Госвами спросил, кто повторил эту шлоку, откуда это, как Махапрабху в Пурушоттам Даме, когда Раджа Пратапарудра, он произнес эту шлоку. Махапрабху сразу открыл глаза, пришел в сознание и обнял его. Кто же произнес такую нектарную шлоку? Я хочу отблагодарить такого человека, но у меня ничего нет, я могу только обнять. Ты так много сделал для меня, но кто ты? Махапрабху знал, что он царь Пратапарудра, но обнял его все же. И кто он? Зная. Махапрабху уже сказал, что саньяси не должен прикасаться к царям и получать их даршан, смотреть на царей и женщин запрещено для саньяси. Кто-то достиг такого уровня, они могут проповедовать. То есть в смысле те, кто видят душу в каждом сердце. Они видят не царя или женщину, а видят душу, пребывающую в теле. То есть и такие люди должны проповедовать, которые видят душу в сердце каждого. Как у Шрилы Пури Госвами Махараджа, многие просили позволения ехать на запад и проповедовать, но он спрашивал, что говорил, что нужно совершать баджан и только потом проповедовать. И вот здесь, смотрите, Кришна может сделать все, что он хочет, все. Но Кришна может очистить Ямуну за секунду, за часть секунды. И каково значение этого слова «гопал»? «Гопал» значит, можно сказать, «гопал» значит этот пастушок. Одно из значений таково.
Гопал буквально значит пастушок, но Вишвана Чакравати говорит, го значит органы чувств, наши все органы чувств, нос, рот, руки и все остальные, которые наслаждаются, глаза, а контроллер наших органов чувств зовется Гопалом. Го значит органы чувств, а пал тот, кто контролирует. И таким образом, если мы будем с этой стороны рассматривать, что те преданные, Кришны, у Кришны есть особое качество, если они развивают бхакти, то органы чувств не беспокоят их, поскольку их органы чувств всегда заняты для того, чтобы служить Кришне. И вот наши уши должны быть заняты слушанием святых имен Кришны, уста воспеванием, руки служением Кришне, ум памятованием, ноги обхождением святых мест, совершением парикрам. If you want to grow that type of feeling, you have to prove. I can throw in forest. I cannot give water. No breath. I can see how you can matching with Brajavasis. Then I can understand your capacity. How you can. Not that you can speak some gossip. And I can, you are Brajavasi. No. Just with Brajavasis, you have to get accustomed in such a way. So what is the mood? Why you do parikram heavily? I always try to get accustomed with it. You can go and find if I am speaking like. Never with no Brajavasi I fight. They love me. Oh. Even today if we go to Gokul, those Matajis they can remember. When Baba was there. So this kind of love affair in Sujukul everywhere. So always when I do parikram, и вот Махарадж, когда совершает парикраму, И вот Махарадж однажды совершал парикраму вокруг Бималакунды. С собой у него ничего не было, никакого просада. И я там, и вот какая-то матаджи Враджаваси, она позвала меня на обед, спросила, не голоден ли я, и позвали на обед. И сказали, подождите, сейчас приготовим и накормим вас. И вот Махарадж рассказывает, что Враджаваси относились к нему как к своему ребенку, вот если, и даже какие-то матаджи не стеснялись кормить детей грудью. И спрашивали, почему Махарадж какие-то дни не приходил. Never, I know if he's going, he can die. Brajavasi, they can always test you, what kind of love you have. Or you have to consider some ladies and gents. You know, so many Baba, they are getting beating, heavy beating.
We are beaten heavily there, even today. So that we are very carefully, the mood of consciousness, this kind of mood should be there. So mother means mother. Mother means mother, I am speaking. My inside, I am keeping some other desire. No! Mataji means Mataji. Not God's sister. Huh? God's sister can become your wife tomorrow. I know you are God's sister. You are speaking, my God's sister, I know. Tomorrow that God's sister become your wife. Idiot number one. He has that kind of love. So, Brahman, И вот это слово «Гопал» есть это долгое значение. Это те великие преданные, которые обретают силу Кришны, и их органы чувств, они получают должное питание и, соответственно, хорошо контролируется умом. There is no chapati, there is no wheat, no rice, nothing. You satisfied doing Harinam. Within some period, somebody coming with one full sack of rice. Тут Махарадж знает преданных, которые ни о чем не беспокоятся, просто повторяют Харинам, и даже если нет еды у них, то они просто не беспокоиться и повторять Харинам, и всегда кто-то приносит им какие-то продукты и прочее. So I have to run accordingly, no problem. When I speak in one place, then nobody can talk in one place. This. But here no problem. Why have to stay in one place? So this way, Gopal Udar Charitam. This Udar mean? Udar mean? Why Gopal this word and Udar? Udar mean open heart. The heart is big. Udar mean Bengali. Вот и слово «удар», значит, «удар» значит «открытое сердце». Иначе как возможно, да, Адвайта Гасая, что из Гаутамия Тантры он нашел вот эту шлоку, что и в которой говорилось, что только лист туласи и вода не могут, и Кришна, он будет доволен тем, кто поклоняется ему водой и туласи, даже если у него ничего нет, то этого достаточно. И много раз Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Чайтанья Чайтамрити, он говорил, что я буквально продамся тому преданному, которому с верой и любовью поклоняется мне. И вот Гопал Удара Чаритам, тот, кто доволен, кто-то, ну, в этой шлоке говорится, что мы хотим, кто... Bina Atmashukna, I can discuss this talk tomorrow. I can discuss Bina Atmashukna. Sukhdeva says that without the killer of, you know, beast, is actually demonic character. Who is going to ignore Krishna Katha? А то есть те, кто не игнорируют Кришна Катху, которая приходит подобно воде Ганги, такие люди, они хуже животных. И мы должны развивать любовь к Харикатхе. Вот Махарадж на Джанмаштами вот, несколько раз говорил в течение пяти часов, начинал
без перерыва. И вот по милости Шрилы Прабхупады и Гуру Вайшнавов мы также должны развить такие качества. И вот Кришна может сделать все, что угодно и в любое время. И Парикшит Махарадж, что хотел сказать, то, что Кришна может сделать все, что захочет. Своим взглядом Кришна, если сбросит на свой нектарный взгляд на кого-либо, то каково значение этого вопроса Парикшит Махараджа? Вот что значит это слово? И Парикшит Махарадж хотел сказать, что Кришна может сделать все, что он захочет. Бесконечные Брахманды, они существуют по его воле. И Кришна может обезвредить просто взглядом этого Кали. Но если Кришна так сделает, то откуда мы Кали-лилу получим? И поэтому Кришна должен совершить какую-то лилу, чтобы мы, у нас была возможность обсуждать эту лилу. Почему Кришна так сделал или иначе? Если бы Кришна не совершал никаких лил, кто бы составил Бхагаватам, кто бы написал Шри-читанья-читамриту? Поэтому значение, внутренние значения, они тоже должны быть. Если бы не было никакой лилы Кришны, то о чем бы мы слушали? Full of love, Prahlad Maharaj. If ever Prahlad Maharaj is ready. Sometimes Prahlad Maharaj cried. Иногда Прахлад Махарадж танцевал, иногда плакал, иногда смеялся. Помню Кришну. Of course, Prahlad Maharaj tried his best. И Прахлад Махарадж, он а Махарадж говорит, в дальнейшем он в Нарада, какой-то Нарада Пуране очень детально описывается слова Прахлад Махараджа. В Бхагаватам очень кратко. А вот в той Пуране гораздо более глубоко разбирается эта лила Шрилы Прахлада Махараджа. И Прахлад Махарадж говорит, там, точнее, Хираньякашипу спросил Прахлада, что же ты он узнал от своих гуру, поскольку думал, что если спросить что-то конкретное, то Прахлад может засмущаться и не ответить. Он просто спросил рассказать о лучшем, что он узнал от своих учителей. Он подразумевал этих гуру асуров, но Прахлад Махарадж, он думал по-другому, и он произнес эту шлоку. И когда он услышал, он сказал, что да, я думаю, что это лучшее, что можно сделать, это оставить эту семейную жизнь, которая подобна глухому колодцу. Я думаю, что такие люди лучше должны оставить такую жизнь и отправиться в лес, чтобы совершать баджан Кришне. И Хираньякашипу сказал, что
ты говоришь о моем враге, о Вишну, как он не твой враг, он вездесущий Верховный Господь. И Хираньякашипу сказал, никто не может стоять передо мной, они все стрясутся от страха, а ты говоришь и не чувствуешь ни капли страха. Откуда ты обрел такую силу? И Прохлад Махарадж ответил, что тот, по чьей милости ты получил это царство, то по его же милости я получил бесстрашие. И вот смотрите, вот это слово, оно используется только потому, что Кришна может делать все, что хочет в любое время, но почему? Ему нужно было сражаться с Кали, в Раджавасе от такого горя готовы были совершить самоубийство и прочее. А почему? А Кришна не пошел таким простым путем для того, чтобы совершить лилу, и чтобы мы могли обсуждать славу Кришны и как Калия обрел великую милость. И чувство в Раджавасе сейчас это тот самый момент, когда, в этот карте, когда мы можем почувствовать и наше, и это чувство, оно может войти в наше сердце, Йасода и прочее, никто не мог остановить его, не надо ни коровы и пастушки, они тоже застыли и плакали, ничего не могли сказать. Это было такое их умонастроение, поэтому я хочу рассказать об этом в этот картик. Я знаю, по милости Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху, если мы будем обсуждать это, то мы обнаружим. То есть, а мы можем сделать открытие, точнее. So, with this I'm going to finish today. И вот на сегодня конец. Янмравайаннаманапетамапетакритям дайбаяна вирахакатарвайюхава путретитанамаятаятарво винедун Ванг Сарва Бхута Хидаям Манимана Тасми Ванча Калпадару Сики Басинда Бхабача Патитанам Павана Бхавишна Бхио Намо. With very sincere mood, you must hear.